Всем привет, Сергей из Флориды. Я пытаюсь просчитать количество мостов через Днепр. Эти мосты может разрушить Россия. Если она это сделает, то снабжение украинских войск на левом берегу прекратится. Раз. Это два моста в районе Херсона. Два, по-моему, их уже разрушили украинские вооруженные силы. Я уже просчитывал эти мосты, у меня получилось 17, включая электростанции. Вот, ну сейчас вот посмотрим, сколько. Так, вот это, по-моему, третий. Так, пока что три смотрим. Днепро, это на... А. Так. 4, 5, 6. Из этих мостов не все могут, во-первых, наверное, не все они пригодны для какого-то, для любого транспорта. Так, по-моему, это было 4, это 5, это 6, включая электростанции и плотины, которые вполне вероятно непригодны для переправки танков. Так, 6 пока. Так. Семь. Это Google Maps. 8. Вы проверьте сами по картам, может, я ошибся. Так, 8. По-моему, вот 8. Вот я сейчас проверяю, что это такое. Это мост или не мост? По-моему, это просто плотина, которая может быть и непригодна для проезда автомобилей даже. Не то, что танков, а даже автомобили, возможно, там не могут пройти. Ну, это... Это 8. Так, 9. 10.11. 12. 13. 14, 15,
Так, это 16. Все, по-моему, дальше Белоруссия идет, мне кажется. Или нет? Так, всего 16 мостов. Из них два моста около Херсона уже разрушено. Остается 14. Из 14 часть просто плотины или какие-то слабые мосты, через которые танки не могут проходить, вероятно. То есть получается, что всего таких мостов, ну, приблизительно, наверное, штук 7. Вот, и все на этом. И половина войска на восточной части не будут иметь, наверное, никакого больше снабжения. Все, пока.